все так. Это уже мне не нужно, блин. Петря, прочитал сообщение? Да. Все, вперед. Здравствуйте. Надо. Поэтому иногда может прийти. Вася, а кто же у него купит? Ты пьешь себя? И Thank you.
Сергей. Сын будет Денис. Так они онлайн учатся. Ну да, все дома учатся. Дома учатся. Только их не класс или его? Ну не знаю, я знаю, что их. Пожалуйста, аккуратно. Там в кимоно я вчера повесил все хорошо. Возьми, просто посмотри с левой стороны, возьми с левой стороны, посмотри номера. Так вон рядом кимоно есть. Я забыла, там телефон, можно я возьму? Еще раз. Телефон забыл, там где деньги. Где? Забери. Да. Ну так иди возьми. И возьми резиночки, чтобы сделать. Еще резинки попадают. Ищи, пожалуйста, свое кимоно. И ушли все. Григорий, да. А что завтра? Вадим, а что завтра? О, блин. Он еще и видит плохо. Пятый номер, что кимоно? У меня два. У меня четвертый. Семь. У меня самый маленький размер. А какой кимоно? У меня четвертый. Спасибо.
в кимоно? Ну. Отсюда становишься здесь. Здесь? Да. Так, чуть-чуть расстояние. Расстояние. Метр. Дистанция. Метр. Дистанция. Метр. Сейчас одну секундочку. Значит, сейчас я буду по одному человеку брать. Вы мне будете... Все остальные учатся. Да, я дал неправильную информацию.
души уходите качаться. А остальные, вот то, что вам делали, бросок вперед, вы сегодня это поделаете. То есть не забудь, знаешь, что разминается. То есть где-то может быть поворот вперед, назад. Или ладно, я уже сам. Да, разрешаю. Вон туда. Вон туда, в конец. Нельзя уже от начала. Вот здесь, стоп, да, расстояние. Алинея, трек, напряг, вот, все. И после того, как вы покачаетесь, вы поборете. Так, ко мне Артем. Артем, вот там часы или часы, там с часами, вот-вот-вот, прямо у бутылочки есть мобильник с часами. Сверху часы. Нет. Нету? Нету. Значит, у меня так. А там его. Да. Эти хотят сейчас. Да, но назад. Вон. Вот. А, да. Пойдем. Это чего такое? Yeah, right.
Петя, видишь, что все делают? Все делают одно, а все другое. Thank you.
Пусть Михаил сел на сумму.
Сколько здесь у меня? Вика.
Пошли. А рука не идти очень медленно. На полу, вдоль.
смотрите, Коля мне делает бросок. Стоп! Стоп, Коля показывает мне бросок. Как я должен себя вести? Подворачивайте. Посмотрите внимательно. Стоп. Коля подвернулся, он будет делать бросок. Стой, стой. Значит, что ты делаешь? Ты берешь и вот так становишься. Нет, нужно встать на носочки и животом вечно открыть. То есть вот так нужно. Голову прижать, ты сюда. Не поворачиваться, а то так упадешь на голову. Пошли. Можешь снизу взять. Андрей, снизу попробуй. То же самое. Кто? Вот я, отпусти, пожалуйста. А. Попробуйте снизу подмышку взять. Ты ее не поднимаешь. Ты ее просто выпускаешь. То же самое. Не поднимаешь.